А тут были классные качели, которые зачем-то кто-то убрал. И они очень долго здесь были, но их все же кто-то решил убрать. А еще давным-давно на этом месте была деревянная площадка. Кто помнит ее, пишите. Может, кто-то здесь гулял в детстве. А потом обновили, вот такую сделали. Каменную, страшную. А тут был домик. Много домиков деревянных было. И каштаны. Всех благодарю за просмотр. Как всегда, ваша Наташа. Канал Вот Такие. До скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся. Пока-пока.